Сегодня у меня день рождения. Я ждал его целый год. Поздравляю, Жозе. Давай подготовимся. С чего начнем? Конечно же, с самого главного, с торта. Готово. Теперь надо подождать несколько минут. Главное не забыть. Как ты мог подумать, что я забуду про торт? Не волнуйся. А пока он печется, приготовим крем. Я хочу клубничный. Пойду соберу свежие ягоды с грядки. Ой, а где клубника, которую я посадил? Обезьянка? Это вы собрали всю клубнику с моей грядки? Тогда что вы прячете за спиной? Сегодня мой день рождения. Мне не верится, что вы могли так поступить. Клубники больше не осталось. Ничего, Жозе. Мы можем использовать другие фрукты. Хорошая идея. Я люблю фрукты. Нальем молоко, перемешаем и взобьем. О, Жозе! Вот теперь все чисто. Чем это пахнет? Мы забыли достать торт из духовки. Мой торт! Нет! Он сгорел! Ничего, Жозе. Сегодня особенный день, поэтому не расстраивайся из-за торта. Так что давай ты все равно задуешь свечку и загадаешь желание. Что ты загадал, Жозе? Убей, обезьянка? Что? Поверить не могу. Они устроили для тебя вечеринку-сюрприз. Так вы поэтому собрали с грядки всю клубнику? О, спасибо. Это мой лучший день рождения! Поздравляем, Жозе! Как же жарко! Хочется мороженого. Но в такую погоду нужна целая башня из мороженого. Отличная мысль, Жозе. Я принесу блендер, и мы все приготовим. Не нужно. Смотри, что у меня есть. Мороженица!
Мороженое замерзает за 2 секунды, и ждать не надо. За 2 секунды? Так быстро? По-моему, это невозможно. Невозможно отказаться от мороженого. Просто кладем фрукты. И... мороженое готово. Та-дам! О, нет. Больше похоже на сок. Кажется, мороженица не работает. Работает. Надо просто кое-что добавить. Немного кубиков льда. Теперь у нас точно получится ледяное мороженое. О, Жозе, оно слишком ледяное. Это тебе. Может, приготовим мороженое сами? Так будет гораздо веселее. Зачем? Нужно просто добавить льда. Я положу побольше, и оно точно замерзнет. Кажется, получилось. Ура! Башня из мороженого! О, Жозе! Больше похоже на фруктовый лед. Ну и что? Его же можно есть. Ты прилип, Жозе. Ай-яй-яй! Отцепи! Стой! Замерзает за 2 секунды. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Ладно, Жозе, обойдемся без мороженого. Нет-нет-нет. Я обойдусь без мороженицы, но не без мороженого. И что ты собрался делать? Я знаю, кто приготовит мороженое гораздо лучше мороженицы. И кто же? Я! Отлично, Жозе. Тогда идем за фруктами. А теперь ждем. Это я понимаю, башня. Теперь осталось самое главное. И что же? Все съесть. Ам. Вкусно. Не зря я ждал. Ау.
Эй, Жозе, чем это ты занимаешься? Я нашел книгу по увеличению размера еды. Круто, да? Это здорово. Мне интересно. Покажешь? Разумеется. Мне нужно капнуть это на яблоко. И... Круто! Получилось! Теперь у меня есть яблоко-арбуз. Невероятно! По-твоему, вкус такой же? Есть один способ узнать. Очень вкусно. После целого яблока мне хочется пить. Пожалуй, выпью воды. Постой, Жозе, это не вода, это... Что это? Жозе, ты стал великаном. Здорово! Я об этом мечтал. Теперь я буду есть фрукты для взрослых. А где же мой арбуз? Вот же он. О нет, теперь мой арбуз размером с оливку. Я не смогу даже попробовать. Не хочу быть великаном. Где-то здесь должен быть рецепт по уменьшению предметов. Вот он. Поторопись. Став великаном, я жутко проголодался. Минуту. Готово, Жозе. Вот так. Это работает. Я становлюсь нормальным. О-о. Прости, Жозе. Но плюс в том, что еда выглядит огромной. Но минус в том, что теперь мои зубы маловаты. Ой, вряд ли есть рецепт возвращения в нормальный размер. О нет, я не хочу иметь крохотный рот, как у муравья. Подожди. Если от синего становишься великаном, а от красного малышом, то почему бы не смешать их? А если не выйдет? Что, если я исчезну? Есть лишь один способ узнать. Ой-ой-ой, только не говори мне, что я исчез. Может, хочешь яблоко? Ура! Сработало! Получилось, Жозе. Я обещаю, что не буду тебя менять. Я люблю вас такими, какие вы есть. Снег пошел, как здорово! Я ждал весь год, чтобы слепить снеговика. Отличная идея, Жозе. Давай лепить снеговика вместе. Будет очень весело. Ой! Снеговик стукнул меня по лбу. Ничего, Жозе, давай слепим другой шар. Все, теперь надо сделать ему руки. Еще нос.
Но это же его нос. Он был слишком длинный. Вот так гораздо лучше. И главное, широкая улыбка. У меня будет счастливый снеговик. Ого, вышло отлично. Еще бы, у меня лучший снеговик в мире. Жозе, снегопад усиливается. Пойдем в дом. Пока, снеговик. Скоро увидимся. Жозе, ты это слышал? Кажется, мой снеговик замерз. Но это же просто снеговик. Бедняжка, не говори так, а то он расстроится. Кажется, чего-то не хватает. Так-то лучше. Теперь у него есть еда и одежда. Пока, снеговик! Как вкусно! Ароматное печенье. Что может быть лучше в холодный день? Это было самое вкусное. Пойду посмотрю, как там снеговик. Я уже соскучился. Куда делась его еда и одежда? Смотри, Жозе, следы. Думаешь, это следы снежного человека? Он на дереве. Эй, снежный человек, отдай мои вещи. Ай-яй-яй. О нет, снежный человек разрушил моего снеговика. Смотри, это обезьянка. Значит, вот кто стащил мои вещи. Обезьянка, подожди! Ты молодец, Жозе. Теперь обезьянка не замерзнет. Вот это да! Ты хочешь вместе слепить снеговика? Как здорово! Теперь снеговик стал еще красивее. Я наигрался, и теперь мне очень хочется есть. Ну я не знаю, что съесть. Придумал! Фруктовый мармелад! Отлично, Жозе. Возьмем эти формочки, и мармелад будет в форме кролика. Мармелад в форме кролика? То, чего я хотел! Дай мне, дай мне! А? Тише. Сначала нужно все приготовить. Но я уже готов. У нас здесь вода. Сейчас мы добавим в нее порошок. Клубничное сухое желе. Помешаем. Мармелад из чего-то перемешаем. И лимонный мармелад. Он очень-очень вкусный. Жозе, не пей. Нужно залить желе формы. О нет, я решил, что это сок для желе. Прости меня.
Ладно, сделаем еще раз. Ладно. Держи формочки. Теперь поместим их в холодильник. О нет, холодильник полный, мне придется что-то из него убрать. Да, но что ты будешь с этим делать, Жозе? Минуту. Вот и все. Что это? Волшебное зелье? Я добавлю немного для лучшего вкуса. Думаешь, хорошая идея? Конечно. Нужно выждать, чтобы охладилось. А я умею ждать. Сколько времени это займет? Недолго. О, нет, слишком долго. Все готово. Мармеладки-кролики. Красный кролик, желтый кролик и зеленый. Пора их съесть. А? Странно, Жозе. Оп! Это из-за волшебного зелья. Скорее лови их. Ох, я так устал, я не могу бегать, я сдаюсь. Жозе, если ты чего-то сильно хочешь, то сдаваться нельзя. Нужно придумать план. Ах, план? Дай подумать. Бежать, схватить их. Придумал. Теперь мне нужен мармелад в форме морковки. Крольчонок, смотри, что у меня есть. Мармеладная морковка. Молодец, Жозе. Все получилось. Очень вкусно. Мне пора подкрепиться. Я очень-очень проголодался. О, нет, здесь ничего нет. Кто съел всю еду в моем холодильнике? Это ты. Ой, совсем забыл. Интересно, есть что-нибудь еще? Что-нибудь очень-очень вкусное? Думаю, есть. Там в кладовке был попкорн. Надеюсь, он все еще там. Ух ты! Есть хотя бы попкорн. Пакет просто огромный. Я приготовлю. Слишком много попкорна. Нет, совсем немного. Я так проголодался. К тому же он вкусный. Беги, Жозе! Жозе, ты там цел? Что ты наделал? Идеально! Дождь из попкорна! Этого я и хотел! Тогда ешь, пока не упал на пол. Видишь, Жозе, ты положил слишком много. Дождь из попкорна не остановить. Нужно это исправить. Ладно. Но чем мешает небольшой дождь из попкорна? Жозе, где же ты? Я здесь! Где же? Я тебя не вижу. Прямо здесь! Я знаю, что делать! Молодец, Жозе. Ты сам решил эту проблему. Кажется, я переел. Больше никогда не буду есть попкорн. А?
Ох, Жозе, всего лишь одну штучку. Мне уже не терпится съесть фруктовый лед. Он будет очень вкусным. Конечно, Жозе. Теперь положим в холодильник и чуток подождем. Я очень терпеливый. Как долго нужно ждать? Недолго. О, нет, слишком долго. Я съем сейчас. Ой-ой-ой, я всего лишь хотел съесть фруктовый лед. Жозе, нужно время, чтобы получился лед. Я знаю, что делать. Нам нужно еще больше холода. Сейчас я прибавлю еще холода. Вот так лучше. Закрой дверцу, Жозе. Нет, так прохладно. Хочу освежиться. Жозе, что это такое? Ты превратился в ледышку. О, нет. Что теперь делать? Как мне теперь съесть фруктовый лед? Не время беспокоиться о нем. Пойдем что-нибудь придумаем. Тебе теплее? Нет. Мне очень щекотно. Ай-яй-яй, вызвали меня скорее. Тише, Жозе, сделаю кое-что другое. На этот раз получится. Соль. Зачем ты сыпешь на меня соль? По-твоему, я картофель фри? Нет, Жозе, соль растворяет лед. Серьезно? Да, теперь подождем. Не получилось. Так ты простудишься. Мы должны разбить этот лед. Нет, это долго. Я лучше побуду замороженным. Иди сюда, Жозе. О, нет, я фруктовый лед. Тише, Жозе, ты должен быть терпеливым. Мы с тобой найдем решение. Дома очень холодно, а на улице жарко. Пожалуйста, открой дверь. Я пошел наружу. Теперь подожду. Ура! Вот он и растаял, наконец. Ух ты! Здесь очень жарко. Пойду в холодильник. Жозе, не начинай. Я ходил за фруктовым льдом. Они здесь! Они здесь? О чем ты, Жозе? Мои помидорки! Отлично! Но что ты будешь из них делать? Добавлю в пиццу с пепперони. Она моя любимая. Круто! Я люблю пиццу. А кто не любит? Тогда вперед! Наше тесто для пиццы готово. Его нужно раскатать. Тесто для пиццы готово. Сейчас все будет как в пиццерии. Ох, Жозе, я покажу, как надо. Так ты же сделал крыше пиццу. Только не это. Пицца со вкусом, Жозе. Извини, Жозе.
Теперь начинка. Вот помидоры. А теперь главный ингредиент. Пепперони! О нет, у нас нет салями. Как мне приготовить пиццу с колбасой без колбасы? Тише, Жозе. Есть и другие варианты, такие же вкусные. Вроде пиццы со свеклой. Я не хочу свеклы. А пиццу с арбузом? Нет. От этого точно не откажешься. Пицца с фасолью. Какая гадость! Я хочу пиццу с салями. Жозе, это все, что у нас есть. Придумал. Я выращу салями. Постой, Жозе. Салями не растет на деревьях. Та-дам! Это пицца с почти салями. Пицца с помидорами? Да, салями не растет на деревьях, но почти салями растет. Ух ты! Это очень вкусно! Я в восторге от пиццы с почти солями. Я испеку еще одну по рецепту Жозе. Угадайте, у кого сегодня день рождения? Начинается с Жозе и заканчивается на Камилан. И у кого же день рождения? Я шучу, Жозе. Ну, конечно, я помню. Твой торт в духовке. Как здорово! Вкусняшка! И сколько тебе лет? Больше года и меньше тысячи. Как собираешься отпраздновать день рождения? Я хочу поднять высоко-высоко воздушный шарик с конфетами, а потом лопнуть его и устроить дождь из конфет. Осталось только приготовить конфеты для воздушного шарика. Готово. Теперь надо сложить конфеты в шарик. Подожди, сначала их надо попробовать. Вкуснятина! Пойду на улицу и надую шарик. А пока ты надуваешь шар, я присмотрю за тортом, чтобы он не сгорел. Договорились. Какой-то он маленький, нужно надуть побольше. Гораздо больше. Вот, так-то лучше. Лежи тут, шарик. А?
шарик с конфетами. Вернись! Нет. Придумал. Я иду к тебе, шарик с конфетами. Нет, веточка, не надо. Держись. Ага, попался! Что делать? Жозе, твой торт готов. Давай уже праздновать. О нет, я все-таки достал свой шарик с конфетами, но остался без торта. На помощь! Надо же! Что это там такое? Птица? Самолет? Нет, это Жозе Камилан. Это ты, Жозе? Ну, конечно, я. Помоги мне. Не волнуйся, я что-нибудь придумаю. Держись, Жозе. Вот и все. С днем рождения, Жозе! Дождь из конфет! Это мой лучший день рождения! Сколько у тебя тыкв, Жозе? Опять готовишь сладости? А знаешь, это неплохая идея, но нет, сегодня Хэллоуин, поэтому я буду вырезать головы из тыкв. А разве ты их не боишься? Нет, конечно же, я их не боюсь, они не настоящие. Ну хорошо, это будет весело. Но сначала нам нужно украсить дом. Я хочу сделать дом очень пугающим. Жозе, а это что? Жвачки в форме глаза. Очень вкусные. По-моему, чего-то не хватает. Чего же? Призрака из простыни. Я ничего не вижу! Жозе, осторожней! Хорошо, что ты не поранился. Лучше я уже начну резать эти тыквы. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла. Та-дам! Смотри, похож на тебя. Чего? На меня? Перестань, я намного красивее. Погоди, я сделаю их много. Наконец-то! Это последнее. Черт возьми! Это же просто вылитая ведьма!
А мой дом выглядит так пугающе. Ага, так ты боишься? Нет, перестань. Я просто устал, я перетрудился. Пойду спать. Доброй ночи. Я голоден. Пойду-ка выпью молока. Это что еще за шум? Ведьма из тыквы! Жозе, что это? О нет! Она съела мой йогурт! Спокойно, Жозе. Я все улажу. Эй, ведьма из тыквы, смотри, что у меня. О нет, последнее яблоко. Как тебе? Вот ты и попалась, ведьма из тыквы. Ла-ла-ла-ла-ла. Жозе, посмотри на них. Что это? Не может быть! Они съедят всю мою еду! Жозе! Жозе! Проснись же! Все хорошо. Это был кошмар. Это не правда, а твое воображение. Ура! Я рад, что ведьмы из тыкв не настоящие. Ура! Настал Хэллоуин! День сладостей! И шалостей! Сегодня я буду пугать кролика Оби. Он очень испугается. Ух ты! Ты очень страшный, Жозе. Этот Хэллоуин пройдет очень интересно. Он всегда пугает меня первым. Это метла ведьмы. Придумал. Я готов. Теперь я похож на настоящую ведьму. Сейчас Оби очень испугается. Не знаю, Жозе. Ведь ведьмы умеют летать. Летать? Спокойно, у меня есть план. Итак, мой план таков. Ты постучишься к Оби, а затем спрячешься. Оби выйдет, а я пролечу. Он упадет в обморок от страха. Жозе, думаешь, получится? Конечно! Промахов не будет. Во имя Хэллоуина полетели! С веревкой точно получится. Сейчас я напугаю Оби. Ты уверен, Жозе? Мы можем отказаться от плана. Отказаться? Нет. Он напугал меня первым. Полетели! Оби! Это я, ведьма! Лечу за тобой! У-у-у!
В этот раз план сработает. Будет круто. Мы устроим взрыв. Будь осторожен. Жозе, смотри. Кролик Оби, ты не хочешь со мной прокатиться? Сладость или гадость? На улице сегодня очень жарко. Мне нужно выпить сока. О нет, он закончился. А я так хотел выпить холодного сока. Жозе, не проблема. Выжмем еще. Какие фрукты возьмем? Дай подумать. Я понял. Разные. Что это, Жозе? Волшебные капли. С ними наш сок сразу станет намного вкуснее. Ух ты! Разноцветный сок! Пора попробовать! Это был самый вкусный сок, который я когда-либо пил! Жозе, твои волосы! Что? Они тебе нравятся? Тебе стоит посмотреться в зеркало. Да, Жозе. Похоже, ты зря смешал сок с волшебными каплями. Дай-ка еще взгляну. А, кажется, желтые волосы мне вполне к лицу. Ну а красные? Красные? Ай-яй-яй. От апельсинов мои волосы стали желтыми. От арбуза мои волосы стали красными. А от лайма они стали... Теперь волосы зеленые. О нет, теперь я выгляжу как брокколи. Жозе, хорошо быть неповторимым. Каждый красив по-своему. Я только привык к зеленым волосам. Но если я продолжу мигать как гирлянда, меня повесят на новогоднюю елку. О нет! Тише, тише, нужно придумать, как все исправить. Придумал! Молодец, Жозе, все получилось. Какой сок был на этот раз? Это вишневый сок. Очень вкусный, но мне от него еще больше хочется пить. Выжмем еще сока. Жозе, что это ты делаешь? С
Сажаю морковку для вкусного морковного торта. Вот только растет она так медленно. Наберись терпения. Чтобы вырастить любое растение, нужно время. Что такое, Жозе? Там что-то есть. Угу. Смотри, что я нашел. Ого, сундук. Может, внутри сокровища? Сокровища? Самые вкусные конфеты? Сейчас узнаем. О, никак не открывается. Отнесем его в дом и попробуем открыть там. Как здорово получилось! Что там внутри? Сокровища? Нет, только блокнот и карандаш. Блокнот желаний. Загадай желание, и оно исполнится. У тебя есть 3 желания. Используй их только в крайних случаях. Ура! Это как раз то, что мне нужно. Теперь мне не придется ждать, когда морковь наконец вырастет. Жозе, ну там же сказано, что загадывать желание нужно только в крайних случаях. Морковный торт – именно такой случай. Я нарисую свое желание и сразу же уберу блокнот. Смотри, морковный торт! Прямо как на рисунке. А на вкус? Безвкусный. Не может быть. Дай-ка попробовать. Фу! Блокнот все неправильно понял. Он сделал красивый торт, как на картинке, но забыл о вкусе. Лучше тебе приготовить торт самому, Жозе. Ты прав. Любой торт должен быть вкусным. Я нарисую другой рисунок. Рисунок? Я думал, ты подождешь, пока вырастет морковь. Конечно, подожду, но только недолго. Та-дам! И что? Где же моя морковь? Что происходит? Жозе, смотри, морковь выросла, вот только она гигантская. Блокнот опять меня не так понял, зато теперь морковок мне хватит на всю жизнь. Давай я помогу. Жозе, смотри, морковь вот-вот перевернет дом. Все совсем не так. Я хотел морковный торт, а получил морковный дом. Поторопись, надо скорее их вытащить. Я знал, что с этим блокнотом что-то не так. Ты должен стереть свои желания. Стереть желания? Точно! Что ты нарисовал, Жозе? А вдруг станет еще хуже? Ластик? Надеюсь, сработает. Жозе, получилось! А морковь все-таки осталась? Ура! Не зря я все-таки ждал. А?
Эй, Жозе, смотри, что у меня есть. Я собрал их для тебя. Ух ты, морковки, они вкусные. О, нет, мои морковки, верни их мне, кролик. Эй, ребята, нужно делиться. У меня есть идея. Мы устроим состязание. Победителю достанется вся морковка. Состязание? Что это такое? Соревнование, Жозе. Ух ты, звучит интересно. И первое задание – бег в мешке из-под картошки. Пришедший первым победит. 3, 2, 1. Побежали. Поздравляю! 1-0 в пользу кролика. Это несправедливо. У него лапы кролика, а у меня ноги Жозе. Тише, Жозе. У нас есть другие задания. Второе задание – съесть гигантскую клубнику первым. На старт. 1, 2, 3, внимание. Марш! Молодец, Жозе. Должно быть, вы изрядно устали. Последнее задание – перетягивание каната. Начали! Поздравляю, Жозе! Ты победитель! Ура! Отдай мне мой приз! Нет, нет, нет! Я выиграл! Они все мои! Пора их съесть. В чем дело, Жозе? Подожди, кролик! Мы поделимся с тобой морковкой. Молодец, Жозе. Делиться гораздо приятнее. Тата Кидс. А я так хотел сегодня поиграть на улице. Неужели дождь до вечера не закончится? Привет, облачко. Что это с тобой? Заходи в дом. Я тебя полечу. Жозе, думаешь, привести облако в дом хорошая идея? Конечно, хорошее. Смотри, какое оно красивое. Ой. Лучше вывести его на улицу, Жозе. Нет, я о нем позабочусь. У нас есть зонтик? Видишь? Облако может быть домашним питомцем. Ох, Жозе, это плохая идея. Посмотри, ты же весь промок насквозь. Мне все равно. Я и так люблю гулять под дождем. Лови его, Жозе. Весь дом уже заливает. О, нет. Смотри, это бассейн. Можем в нем плавать. Ох, бедняжка, ему явно стало хуже. Я думаю, ты прав. Нужно его полечить. Ты скоро поправишься. Все хорошо, облачко? Ох, Жозе, думаю, не помогло. У меня есть идея. Я должен тебе приготовить вкусный овощной суп с буквами.
Тебе сразу станет лучше, облачко. Это артишок. В – это вермишель. А С – это… не знаю. Нет, знаю, С – это суп. А? Жозе, так твой суп никогда не приготовится. Не бойся, приготовлю еще. Подожди немного, облачко. Проверю, чтобы ты не обожглась. Ммм, как вкусно! Жозе! Тише, я всего лишь попробовал. Поешь, облачко. Жозе, оно выздоровело. Отлично, облачко! А, ну это значит, что теперь оно улетит. Я хотел, чтобы оно осталось. Не огорчайся, Жозе. Ведь у каждого из нас есть свой дом. Облако живет на небе, но оно всегда будет твоим другом. Навещай меня почаще. Пока, облачко. Добрый день, госпожа оператор. Я звоню узнать по поводу своего аппарата для сладостей. Ура! Она сказала, что его доставили! Круто, Жозе! Должно быть, он уже стоит у дверей. Он здесь! Наконец-то мой аппарат для сладостей у меня! Я так долго его ждал! Жозе, как этот аппарат работает? Все очень просто. Кладешь фрукт с одной стороны, сладости выходят с другой. Круто, да? Ух ты! Он производит сладости! Прочтем инструкцию. Это слишком долго. Эта инструкция большая. Нужно лишь положить фрукт и нажать на кнопку. Глазам не верю. Этот аппарат прямо то, что мне нужно. Ау. Что дальше, Жозе? Теперь сделаем больше. Три для меня. Одна тебе. Пять для меня. Две для тебя. Смотри, здесь есть еще кнопки. Интересно, для чего они? Лучше прочесть инструкцию. Нет, это лишнее. Я положу много фруктов, нажму на все кнопки сразу, и будет у нас вечеринка со сладостями. Я говорил. Надо было прочесть инструкцию. Прошу, аппарат для сладостей, заработай опять. Я все решу. Смотри, что за красная кнопка? Жозе, красные кнопки всегда для экстренных случаев. Это экстренный случай. Хочу еще сладостей.
Ура! Это то, чего я хотел. Жозе, а я? Я тоже хотел. Ой, извини. Значит, теперь нам придется приготовить еще больше сладостей. Скоро наступит Новый год, и я хочу, чтобы в этом году он был самым ярким. Прекрасно, Жозе. Давай вместе. Все готово. У нас впереди веселье и самый яркий Новый год на свете. Ух ты, красиво. О нет, гирлянда, работай же. Не выйдет, перегорело. А другой гирлянды у нас нет. А я всего лишь хотел яркого Нового года. Тише, Жозе. Подумаем, что еще светится, как гирлянда? Звезды не возьмешь, они в небе. Я знаю! Светлячки! Где они? Улетели к своим семьям на Новый год? У меня идея. Жозе, а что это? Кексы из травы, угощение светлячкам. Лучший способ приманить кого-то через желудок. Кажется, угощение не сможет привлечь светлячков. Наверное, это угощение для коров. Не сработало. А я думал, что они мои друзья. Они должны думать, что ты их любишь. Я понял! Та-дам! Ух ты, светлячок Жозе! Мне нравится твой костюм. Смотрите, светлячочки! Смотрите, кто здесь! И я тоже светлячок! Жозе, этот звук издают жуки, а не светлячки. О нет, только не это. Теперь у нас нет ни настоящих, ни переодетых светлячков. Не печалься, Жозе. Знаешь, что самое чудесное в Новом году? Еда? Нет, волшебство Нового года. Ведь в это особенное время происходят чудеса. Для меня чуда не будет. Пожалуй, я пойду спать. Доброй ночи. Жозе, Жозе, проснись. В кухне что-то светится.
ты! Светлячки, вы меня услышали! Жозе, чем это ты занимаешься? Наконец-то Новый год! Я хочу встретить Деда Мороза и угостить его этим печеньем. Ам? Но каждый год у тебя не получается его встретить. На этот раз все получится. Видишь, у меня есть печенье. От него Дед Мороз не откажется. Ам? Откуда ты это знаешь? Я прочитал это в книге рецептов. Это же любимое печенье Деда Мороза. Ням. Оно очень вкусное. Хочешь помочь мне с планом? И главное, Дед Мороз придет сюда голодным. Когда он увидит, что печенье ему улыбается... Оп! Он не устоит. Он возьмет печенье, к нему привязана веревка, открывающая шкаф. От этого упадут домино. Они запустят катапульту с луком. Он полетит и собьет щелкунчика, а тот отобьет мяч. Он подлетит к елке, растрясет ее, от этого зазвенит колокольчик. Он разбудит петуха, и я... проснусь. Здорово, правда? Думаешь, это сработает? Все получится. Я планировал это целый год. Дед Мороз? Это ты? Что здесь делает пасхальный кролик, портя мне Новый год? Обжора, ты не станешь есть печенье Деда Мороза! Жозе, Оби, не ссорьтесь в праздник. Что, праздник? Он хочет украсть и съесть печенье Деда Мороза! Тебе от меня не убежать! Если продолжите драться, в этом году Дед Мороз к вам не придет. Хо-хо-хо! С Новым годом! Ух ты! Сработало! Дед Мороз! Дед Мороз! Ух ты! У Оби шоколадная фабрика, а у меня морковь. С Новым годом!